Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям любыми путями. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. У обладателя, согласно Л в имени, тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Как бы испытывая таких людей на прочность, судьба часто посылает им трудности в первой половине жизни. Они находят красоту в любых ее проявлениях. Реализоваться такие личности могут в сфере искусства, медицины, религии, философии и метафизики. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Когда эти люди не до конца доводят какое-то дело, то они расплачиваются за это чувством невыполненного долга, горечью и фрустрацией. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Основная буква А в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквы К мешает им осуществлять намеченные планы. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Буква К символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.